Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем, так сказать, отмечать 20-летие игры «Как достать соседа», и сегодня мы поиграем в «Как достать соседа», для которая вышла для iOS и Android. В 2011 году студия Джо Вуд распалась из-за банкротства, и в итоге часть разработчиков из этой студии ушла в другую студию под названием THQ Nordic, которые, собственно, в 2017 году выпустили порт на первых двух соседей наших. И именно по этой причине они как бы владеют правами THQ Nordic на эту игру, поэтому эту версию и Neighbors Back From Hell ремастер, который вышел спустя 3 года, я считаю, что можно считать официальным. Вот некоторые скажут, вот в 2014 году же еще была эта версия для андроидов, которой там только первый сезон был. Ну, я вам скажу так, во-первых, я уже снимал обзор на эту версию, на новогоднюю версию снимал обзор, и еще на классическую, там другие режимы показывал. И она это не официальный клон, поэтому я в марафон по 20-летию соседа его не беру. А мы берем официальную версию для андроида. И вот вы видите ее сейчас на экране. Так, авторы. Многие люди долго ждали, когда там второй сезон выйдет, там третий. И ждали, но не дождались. Но наконец-то в итоге свершилось чудо. В 2017 году наконец-то официальный порт сделали. Так, здесь у нас по настройкам ограничения по времени, отчет о пакостях. Можно сбросить прогресс, давайте это сделаем. Громкость, музыка и чувствительность сенсора. А еще есть язык. И есть русский, к счастью, правда, у русского нету вот такого шрифта. Но, тем не менее, это не сильно-то критично. Кстати, в более старых версиях при нажатии на начать игру нам еще показывается меню сезон 1 там в доме, что ли, и сезон 2 на отдыхе. Можно предположить, что при нажатии сезон 2 мы попадаем на уровень из второй части, но не совсем так. При нажатии на эту кнопку нас перекидывало в «Как достать соседа 2», если она у нас установлена. Я считаю, что это придала какая-то возможность. Почему нельзя было как бы две игры в одной сделать в таком случае? Какая-то странная немного вещь. Но в новых версиях эту штуку убрали. Короче, я скачал версию пиратскую, потому что... Ибо донат. Доступно бесплатно только первые 6 уровней, 3 обучающих и 3 первых сезона. За остальные надо заплатить. Не помню, сколько точно. Но я никогда это не делал, поэтому я скачал так. Вот сразу все уровни у нас открыты, но давайте проходить по порядку. Собственно говоря, по описанию ничего не изменено. Перевод тут как у перевода от Буки. Интерфейс взят из «Как достать соседа 2». Кстати, я играю на эмуляторе Nox на компьютере. Потому что если бы я играл со своего смартфона, там было бы качество еще хуже. Но в него внесены изменения некоторые. О них более подробно расскажу, когда мы пройдем в следующий уровень. Как вы видите, также анимированы иконки соседа и Вуди у нас тут. И музычка вот эта из «Когда соседа 2» тоже. Синий экранчик зачем-то открылся, непонятно зачем ненадолго. Дальше больше давайте. Не будем читать описание, я не вижу в этом смысла. Короче, во-первых, вот эта кнопка переключает режим ходьбы на цыпочках и обычной ходьбы. А если мы держим вот эту кнопку, нам показывают на экране, на какие предметы можно нажимать.
чтобы было удобнее играть. Ну и, конечно, кнопка заранее завершить уровень имеется. Есть также это... О, видели, он по диагонали сейчас прошел. К сожалению, ни в уровнях из первой части, ни во второй части нету трех жизней. Даже на уровнях из второй части жизнь всего одна. Но пройти все равно можно, я думаю. Можно же, да? Согласны со мной, да? Некоторые звуки, конечно, отстают. Отлично, я успел удрать. Что-то камера задрожала сейчас немного. Да, и вот такая же вот шкала, как это... Кадос Седа 2 тоже, но она здесь... Но, тем не менее, это все равно не та шкала, что была в Кадос Седа 2. Она все равно заполняется точно так же, как в первой части Кадос Седа. Такие вот глюки небольшие имеются. Поехали. Так, последний обучающий уровень. Да, ну, конечно, играется эта версия хуже, чем версия для ПК. Самая-самая наиболее классическая версия, это, конечно, на ПК. Она самая наиболее стабильная и все дела. Но моя самая любимая версия, конечно, это версия для консоли. Да что ж ты... Для Xbox и GameCube. А худшая версия, пожалуй, на DS-ке. Из официальных, если что, я говорю. А лучшее на консоли. Но, конечно, самая классическая, тем не менее, это версия для ПК. Ну и также, одной из любимых тоже. У меня, конечно, это Neighbor's Back Room Hell Remaster. Потому что там тоже, как в консольной версии... Есть все уровни из первой и второй части. И графика там улучшенная. Но есть, к сожалению, баги. Там есть баги, которые портят немного даже впечатление. Об этом я рассказывал в обзоре, когда ремастер этот выходил только. Так, поехали. Первый сезон наконец-то у нас пошел. Главное вот не забывать, что это... Ходьба на цыпочках у нас теперь здесь находится. Правую кнопку мыши я нажать теперь не могу. Можно еще, кстати, заметить, что вот здесь у нас монетки и кубок находятся. Но в отличие от КДС Седа 2, они почему-то здесь находятся справа. Не знаю, что мешало им поставить их наверх. И можно заметить еще нолик. Это число, это показывает счетчик ярости у нас. В первой части он располагался на панели внизу. Некоторые звуки отстают, как можно еще заметить. В неофициальном клоне 2014 года, блин, вот этот раздражает немного. Там вообще отсутствовала ходьба на цыпочках. Ее там не было. Версия была такая себе, но преимущество, конечно, это парочку новых режимов, которые я показывал в видео. А как он тпшнулся, только что вы это видели? Ограничение по времени у нас тут находится. И там, кстати, в той неофициальной версии... Ой, куда ты? Там, короче, каждое действие делается двумя нажатиями, потому что там курсор, короче, типа такой. Мы нажимаем в какое-то место, и курсор перемещается сюда, нажимаем еще раз, и тогда, типа, активируется уже. Здесь эту проблему, разумеется, решили. И теперь достаточно одного касания здесь.
Жаль, монетки не издают звука, как в этого в CADOS C2 обычно. Так, у телеэкрана. Давайте, короче, пропускать эти заставки. Так, а вот тут упаковка пива, как Вуди возвращается, кстати. И как по мне, мне кажется, стоило оставить старую, потому что это выглядит как-то не очень серьезно. Да что ж такое? Ты можешь сделать это, а? Да ёпшкин кот, а. Я нажал. Да нажал я. Дебил, делай давай. Ой, да. Вот с такими проблемками будет, конечно, тяжело проходить. Ну и самое, конечно, лучшее преимущество. Да что ж такое, а? Той версии. Это, конечно, ее новогодняя версия. Новогодняя версия, это вообще просто топ. Просто обалденная версия получилась. Интересно, он успеет это сделать? Давайте попробуем. Навряд ли, конечно, но давайте попробуем. Нет, а, нет, 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 лучше не буду рисковать. Он ТП-шкается, причем, заметили? О, видите, что с креслом? А какое-то оно стало немного пиксельное. Ну, да и анимация сама некачественная совсем. А, все, уже нельзя. В оригинальной версии можно было второй раз скрутить антенну. А, блин. Так, я, наверное, знаете, что сделаю? Я включу ограничение по времени, потому что я боюсь, что если вот у нас такие глюки будут, что пакости не с первого раза получается не сделать, то можем просрать еще и время. Обойдемся без него. Но на самом телефоне игра это будет, конечно, легче намного играть, чем на компьютере. Надо, тут знаете, в чем прикол? Надо, чтобы пакость сработала, сделалась, надо, чтобы четко одно касание было. А то так получается, видимо, что я... Что у меня не... Двойное касание может сработать кликом мышки. Отлично. Отлично, все пакости я сделал. Остается только наблюдать.
Никаких процентов тут, кстати, нету. Ну, как, точнее, они есть, но... Они, и мы их видим только после прохождения уровня на финальном экране выигрышном. И, это, и система по этих процентов реализована просто очень тупо. Особенно в КДС Соседа 2. В КДС Соседа 2 в телефонной версии там это. Шкала вот это набирается так же, как в оригинальной КДС Соседа 2. Но если вдруг произойдет так, что кубок появится, она дополнится до конца, и кубок появится раньше, чем сработала последняя пакость, то при последней пакости нам покажут 90%, вы не прошли на 100%. И вот это реально бесит. Это просто... Ой, извините, бесит. Так. Ну и давай взрывай нафиг. Так, яблочный пирог дальше у нас идет. Кстати говоря, когда я в первый раз скачал эту версию, впервые, я думал, что ее сделали Social Media Life Production. Потому что они у себя в группе размещали КД Соседа и КД Соседа 2. Android версии у себя в группе, и там в конце файла было подписано by Social Media Life Production. И поэтому я думал, что это их версия. Короче, они вводят в заблуждение. Я, конечно, я напомню то, что я сделал небольшую переделку хардкора ихнего, и зачем и подписал автор Максим Артемов, надо было подписать по-другому. Короче, они обвинили меня в плагиате и заблокировали меня на целый год. И вот внезапно они сделали то же самое сами. А потом, когда мы об этом говорили, они такие говорят, ну типа пофигу, подписали и пофигу. Так я тоже подписал, а им не пофигу было, значит. Вот оно как. Это что вообще за дебильная логика? Типа, им можно, а мне что, нельзя, да? Короче, вот так вот. Я, конечно, когда я узнал, что эта версия не от них была сделана, я, конечно, сказал, вы плагиаторы, вы... Почему у вас подписано, что от вас, типа... Ну и, конечно, они меня на пожизненный срок забанили за это. Снова. Пишет, что якобы спам был, я написал. Но правда, через какое-то время разбанили, и может они там всех подряд из черного списка убирали. Пожизненный срок у меня стоял. Бессрочный срок. Блокировки тот был. Короче, я их не понимаю. Вообще. Вот реально, что за ерунда такая? Им можно, а мне что, нельзя, да? Точнее наоборот даже тут. Я, конечно, действительно неправильно сделал, что подписал автора Максим Артемов, потому что я-то не автор хардкора, я так... Переделка от Максима Артемова надо было написать, вот так. Но и тогда тут правильнее было бы сказать так. Это делать нельзя, но почему... А им можно, что ли, да? Но почему им можно-то? Я бы охренел, если бы они бы то же самое сделали с Neighbors Back From Hell. Также подписали бы в конце by Social Media Life Production. И вот это было бы офигенно. Но такого, к счастью, не случилось. Они там занимаются разработкой своего ремастера. Я, конечно, его поиграю, если он когда-то выйдет. А то так он... Вышла вторая демка в конце 2020 года. И до сих пор ничего нового нету. Насколько я знаю сейчас. Но когда он выйдет, если выйдет, я обязательно обзор сниму на него.
Из того, что я в данный момент там увидел, из новых возможностей, там все дела, это будет очень интересно. Обязательно надо будет сыграть. Они, кстати, собирали там, у них в группе была еще это пожертвование на движка для этой игры. Я... О, он что-то дальше немного от цветка стоит. Я 100 рублей тоже вложил им, и очень-очень зря. Очень-очень зря. Не надо было мне этого делать, учитывая то, какое будущее они проявили ко мне потом. Ну и ремастер-то до сих пор не выходит, уже как 3 года с того момента прошло. И такое чувство, что они... Ну, кстати, пожертвование уже это не идет, они уже закрыли это дело. Но такое чувство, что вот они собирали эти деньги и решили потом просто свалить закат. Ну, надеюсь, что, конечно, что так на самом деле не будет. Рано или поздно ремастер все-таки выйдет. Все пакости готовы, ну еще по телефону надо позвонить. Вот анимации, как он выкинул мяч этот назад, почему-то нету. Звоним. А, вот, то есть он взял трубку, а трубка продолжала висеть там и звенеть. Ну, прикольно, конечно, да. Баги, к сожалению, в этой версии имеются. Недоработки. Недоработки, точнее, более правильно сказать. Не баги. Но и баги тоже имеются, кстати говоря. Так. Последняя пакость, давай, ждем. Отлично. А теперь банный день у нас. Дальше идет. Кстати, по-моему, я еще заметил одну вещь интересную. По-моему, вот в этой версии, в отличие от версии для ПК, там два варианта музыки на уровне, и они выбирались тут рандомно. А тут не рандомно, тут на каких-то уровнях та музыка, на каких-то уровнях это. Ты куда ты пошнулся-то, алё? Пока прячемся в шкаф. Так, теперь следуем за ним. Huh.
Так, сейчас ждем, пока он спустится вниз, чтобы разрисовать портрет и направиться в ванну. Так, отлично. Ой-ой-ой, беги назад. Стой. И прячемся в шкафу. Блин. Ой. Поскольку звуки в некоторых местах отстают, а где-то наоборот анимация отстает, то наблюдать и наслаждаться пакостями здесь не так прикольно, как на версии для ПК. Вот ПК-версия это самое то. Ну и этот Neighbors Back From Hell тоже самое то, и консольные версии. Консольные версии тоже все прикольно с этим. А вот самое отстой это в версии для DS. Там, поскольку ужасный графон и ужасный звук, и анимация тоже из-за этого посредственная, там пакостями не насладишься толком. Переходим ко второму сезону. То, чего все так долго ждали на мобилах, наконец-то появилось. В 2017 году. В 2017 году мне было 13 лет. Здесь нам уже придется использовать режим ходьбы на цыпочках, и надо вновь не забывать, как его включать. Не правой кнопкой мыши, а этой кнопкой теперь. Я не буду пока тут идти, начнем, пожалуй, с кухни. Так. Так, берем из бутылки вот это вот порошок, горку магния и фотоаппарат его. Какой же у меня древний фотоаппарат. Вот это одна из моих самых любимых пакостей в этой игре. Что ж ты? На пол я приказал. Я на пол положить ее приказал.
Ну, я приказал на пол положить, ладно. Что-то не работает это дело. Будем разбираться чуть позже. Может, в другой комнате получится. А здесь получилось, а там почему-то нет. Так, при нажатии на иконку соседа можно посмотреть, где он находится. И при нажатии на иконку Вуди, соответственно, где находится он. Так, теперь у нас пустой холст здесь. Так, уровень пройден. Солнечное утро. Дальше у нас идет... Солнечное утречко. Такое вот свежее пасмурное утречко. И солнышко не наблюдается здесь у нас что-то. Что-то расстояние между зверями, по-моему, тут увеличилось немного. Даже по плинтусу это видно чуть-чуть. Так, ждем, потому что я бы не успел уйти вниз. Предлагаю посмотреть, что же будет, если попугая разбудить. Вуди у нас что-то не крикнул, короче, ну и пофигу. Запертую, я думал, тут с ошибкой написано. Обалдеть, вот это я сам пролетел сейчас. Так, ждем, когда он польет цветок и уйдет. Начнем, пожалуй, с кофе. Это задержит его, причем значительно. Кнопки и яд. Такие огромные зубы у него.
Так, берет леечку и идет цветок поливать. Так, отлично, этот уровень прошли, фиалочки, кирдык пришел. И маленькая хрюшечка нас ждет. А соседа ждет сон сладкий, надеюсь. Хотя что надеяться? На соседа нам ничего не надо надеяться. Надеяться только надо на то, что с ним скучно не будет у нас. Опять ничего нет. Да, это у нас первый уровень, на котором в комоде ничего нету. И, по-моему, это один из двух таких уровней. Следующий еще тоже в комоде ничего не будет. Перченые чипсы. Да, я ел перченые чипсы. Только здесь они выглядят так, как будто в них жидкий такой соус еще имеется. Я вот совсем недавно брал лейс со вкусом острые куриные крылышки. Обалдеть, ну какие они острые вообще. Я всю пачку умудрился съесть, но потом это... Нужно было срочно пришлось купить воды, чтобы утолить ту жажду пить. Они вкусные, но реально очень острые. Но мне понравились. Но обалдеть, острые какие. Да, и здесь у нас отличнейшее преимущество есть. Нам в этой версии показывают, сколько сосед будет спать по времени. И это очень удобно. Чат слишком долго, по-моему, будильник звонил. Ой, а ключик-то я и не взял. Вот беда. Придется как-то отвлечь соседа попугаем. Попробовать нужно. Я не уверен, что успею, но надо попробовать. Так, рискнем. А, я не смогу теперь взять ключ. Он же теперь у соседа. Это, блин. Хотя, может, это... Может, тогда уровень заранее завершить. Вот появится галочка, и завершим уровень заранее тогда. Ладно, пусть пакость с чипсами тоже сработает, и тогда нажмем галочку это и закончим уровень. Что-то мне неохота и еще раз ждать, пока он заснет, и ключик брать этот.
Завершаем уровень. На отлично. Ладно, пикник на балконе. Дальше у нас. На этом уровне тоже ничего нету в комоде, насколько я помню. Именно так. Берем эти предметы, теперь смотрим, что у нас имеется на кухне. Как-то странно немного, шашлык этот исчезал у него. Куда ты пошел-то, блин, не туда. Помоги он в этом ящике. А, на него нажать даже нельзя. На этом уровне, в этом месте пол сработал, как ни странно. Великолепно, отлично. Осталось две пакости еще сделать. И будет офигенно все у нас. Со вторым сезоном будет все. Эх, еще ж третий надо будет пройти. Озон предлагает скидки, блин. Не до этого мне сейчас, извините. Так. А теперь соседу пора отведать этих сочных пенистых стейков. Правда, стейки он эти получил из очень нерадостного, не очень радостным способом он их раздобыл. Не очень хорошим способом. Он принес в жертву хрюшку свою, блин, на это. Пес разлается, если заметит люди. Обходите его на цыпочках. Кстати, ну-ка, секунду. А клетка тут была? А, была, да. Я что-то сначала подумал, неужели нет? Третий сезон. Переходим к третьему сезону. Большая стирка. Появляется у нас подвал. И еще одна комната на третьем этаже.
можно было сюда и не ходить. О, попались. Но ничего, зато посмотрим, что будет, если попасться седу на глаза. Да то же самое все, в принципе, ладно. В ванну не идем теперь, короче. А, в холодильнике нет уже ничего. Коряво немножко открывается, кстати, холодильник. Видно, что за открытой дверцей есть еще холодильник целый. А, сейчас Вуди крикнул, кстати, на попугая, что-то такого не было у нас. Чё-то я не выспался сегодня немного. Да что ж такое? Давай, давай, гладь уже быстрее ее. Да, пора приступать к пакости, мимо. Это немножко задержит его. А мы пока украдем отсюда вещи. Ой-ой. Это зря, короче, было, я не успею. Да, это было зря. Это очень зря было. Ладно, короче, давайте не будем наверх сразу топать. Давайте в шкафу спрячемся и будем это... ждать, пока он выйдет из подвала, и начать обыскивать подвал. Точнее, не будем в шкафу ждать. Мы это сходим на кухню, там возьмем вещи, а уже потом спустимся в подвал. Чтобы потом лишний раз не бегать на кухню. Сразу пакостить с подвала и начнем. А, господи, не то. Теперь ждем, когда он пойдет на кухню за порошком. А.
На время отвлечем его. Я нажал. Вот такие вот баги еще могут произойти. Какие он звуки еще издает при этом. Но собака при этом мы не разбужаем. Не просыпается собака у нас при этом. Так, а почему он не заметил это? Надо было собаку, наверное, привлечь внимание. Как в этом случае или как? Ну я так и думал, да, надо было собаку привлечь. Так, дальше гимнастика у нас идет. С гимнастики полегче будет, чем с большой стиркой. Так, здесь ничего нет. Ага. Танец живота, блин. Осматриваем этот стол.
Пила для металла у нас тут имеется. Сколько же килограмм он жмет, интересно. Кстати, вот, не знаю, знаете ли вы такой Игнатий Шубич, короче. И вот он, короче, делал комиксы. На когда соседа, и там, короче, я угарнул с того случая, когда он, короче, начал искать Вуди по дому. И там он такой, ну так, ну сначала я подкачаюсь, и такой качается уже под тон за Вуди. Типа он так быстро мышцы себе для того, чтобы Вуди взбучку дать нарастит. Ну, сначала подкачаюсь, потом. Кстати, на этом уровне в этой версии мобильной есть одно небольшое изменение. На кухне нет собаки. Скорее всего, разработчики в ППХ забыли ее добавить. А, тут надо ролик ставить. Что-то, по-моему, 3 кирпича аж вылетело. Сейчас уже у нас прошел. Долгое видео будет, конечно. Но надеюсь, оно того стоило. Так, отлично, уровень пройден. Мастер-ломастер, самый, наверное, сложный уровень вообще в этой игре.
Но тем не менее пройдет. А, не, с этим мы попозже разберемся. Хотя, почему бы нет, можно с лестницы и начать сразу. Так. Теперь ждем, когда настанет момент ставить пробку. И вот он, собственно, настал. О, видите, анимация отстает у нас тут. А куда пробка эта исчезла? Я же вставил ее. Косячок. Да, и тут он вставил ее назад все же. В консольной версии вместо кнопки там была эта скоба. Ага, он отдышивался, пока разбирал все. Ну, замечательно. Так, теперь наконец-то пора дождаться, когда он вниз будет спускаться. Отвлечем его с помощью собаки. А это я немного не уверен в том, что я успею вентиль закрутить потом этот.
Что? Не может быть. А почему он в раковину-то пошел? Он же должен был идти к батарее. Короче, ерунда какая-то. Ладно, хрен с этим уровнем, не буду перепроходить уже, не хочу время тратить снова. Ничего, все равно победа ничего не принесет. Кубков здесь нету, кстати, в этой версии. Ладно, сезон охоты. Давайте сразу. Действительно странно, сосед должен был идти к батарее, а не к крану. Или здесь поменяли это дело? Если так, то, блин, извините, я не знал. Кто знал-то? Ведро. Почему бы не начать, я думаю. Отсюда. Так, музончик не играет почему-то. И это недоделка. Тоже. Так, отлично, все взяли. Теперь остается только подождать, пока он уйдет с третьего этажа. Ладно, не будем ждать, пока с третьего этажа уйдет, а сразу спустимся вниз, короче. Шарики сюда. Ой, так. Кубки его стали офигеть какими красивыми, в кавычках, естественно. Теперь ждем, когда он спустится вниз и наконец откроет граммофон и этот табакерку достанет. Гвоздь в граммофон.
На кухне побудем. Так, а теперь на третьем этаже делаем пакости. Да не в шляпу, в коробку. Мощное ружье, блин. Это может даже не просто ружье, это может вообще этот мушкет, блин. Это, наверное, мушкет. У него, наверное, мушкет. Отлично, наконец-то игра пройдена. Но никакой концовки, ничего этого нету, никаких кубков, ничего. На эти уровни пофигу. Пофигу, что не прошли, все равно бы ничего бы это особенного интересного не дало бы. Такая вот версия. Мы обязательно также и в Кадосе 2 мобильную версию сыграем. Ну так, что сказать. Прикольно, что она есть на мобиле. Это лучше, чем если бы ее не было, конечно. Но ПК-версия, конечно, лучше все-таки намного. И по анимациям, и по удобности, по удобству точнее. Ну и так далее. Короче, на сегодня все. С вас меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, логовый канал, субботирую ВКонтакте. И всем пока.